Привет, друзья! Сегодня на обзоре стильный, компактный и беспроводной компрессор от компании Dunobel. При его компактных размерах это не просто компрессор, а по сути три в одном. Технологии двигаются вперед, поэтому я рад поделиться этой новинкой с вами. Так что присаживаемся поудобнее и смотрим это видео до конца. Ну а прежде чем я начну, хочу напомнить про свой канал на Яндекс.Дзен. Там так же, как и на YouTube, выходят видео, а еще там выходят статьи на автомобильную тематику, все, что связано с гаражом и не только. Буду всем там рад, все ссылки в описании под этим видео, ну а я начинаю. С наступлением лета у многих людей появляется потребность что-то накачать. У меня это накачать колеса на автомобиле, накачать колеса на велосипеде, накачать надувные круги и футбольные мячи. Недавно я наткнулся на очень компактный компрессор Lift Uni Pro от компании Dunobel. Размером он с Powerbank, хотя у него есть и такая функция, но при этом он может накачивать колеса. Имеет встроенный аккумулятор на 6000 мАч, и в нем есть несколько диодных фонарей с функцией SOS. При этом его размеры 157×91×46 мм, и его масса 580 грамм. Еще этот аккумуляторный компрессор предусматривает питание от бортовой сети автомобиля через кабель с разъемом, подключаемым в гнездо прикуривателя. Это дает возможность пользоваться устройством с разряженным аккумулятором. Также у него есть цифровой дисплей и манометр, что облегчает работу с ним. На экране есть 4 режима накачки и встроенная функция автостоп. Компрессор выключится по достижению нужного давления.
что уже упрощает работу. Есть защита от перезаряда, защита от короткого замыкания и защита от перегрузки. Помимо светодиодного фонарика, этот компрессор имеет мощный боковой фонарь с несколькими режимами работы, который обозначит место проведения работ в условиях плохой видимости и снизит вероятность наезда транспортным средством, движущимися в попутном направлении. Да и подсветить им путь очень удобно ночью, особенно на природе. Аккумулятор в нем литиевый. Материал поршней и цилиндра – медь. Производительность 34,2 литра в минуту. На корпусе вход и выход Type-C. В комплекте 3 игольчатых адаптера и 1 клапан Presto. Длина воздушного шланга 20 см, а максимальное давление, которое можно накачать – 10,3 бар. Как по мне, это очень интересный и компактный девайс. Его можно не только возить в машине, но и брать с собой на природу. Даже если у вас на природе сядет телефон, то этим компрессором его можно спокойно зарядить. На пруду или озере можно спокойно накачать надувные матрасы или круги. В темном месте это отличный фонарь. Да и накачать спустившееся колесо им можно без труда. Даже большинство проводных компрессоров качают медленнее этого девайса. Так что я считаю, что работу свою он делает хорошо. Хотя, когда приобретал, думал, будет немного хуже. Стоит такой компрессор от компании Dunobel в районе 4,5 тысяч рублей. И я считаю, это того стоит. Ну а вы что думаете? Как вам такой компрессор? Напишите свое мнение в комментарии под этим видео. На этом у меня все. Если это видео вам понравилось, ставь лайк, подписывайся, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!